5 знаков зодиака разбогатеют в 2024 году. Астрологи рассказали, какие 5 знаков зодиака разбогатеют в 2024 году, в год зеленого деревянного дракона. А кто же эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись. И да напиши мне слово «судьба» в Телеграм, и твоя жизнь изменится в лучшую сторону в эту же минуту. А мы начинаем. Первый знак Овен. Усердные усилия в финансовой сфере гарантированно приведут Овнов к богатству в 2024 году. Это будет благоприятный год для эффективного применения своих рабочих навыков и личностных качеств, в том числе лидерские задатки. При этом важно принимать разумные решения и не бросать свои труды. Второй знак Телец. Телец умеет грамотно распоряжаться своим бюджетом и известен своей скрупулезностью и усердием в работе. В 2024 году их ждет большой финансовый успех. Представителей этого знака ждет увеличение доходов, которые важно грамотно инвестировать, чтобы в дальнейшем стать еще богаче. Третий знак Дева. В следующем году дракона Девы тоже станут в разы богаче. Их способность все правильно организовать и управленческие навыки будут решающими в появлении колоссальных успехов в финансовой сфере. Астрологи советуют делать на этом упор и прокачивать свои навыки. Четвертый знак Козерог. Козероги много работают и упорно идут к своим целям. Это поможет им стать богатыми или еще богаче в 2024 году. Они успешно будут продвигаться по карьерной лестнице и смогут пожинать плоды своего труда уже в следующем году. Пятый знак Водолей. У водолеев в 2024 году в разы увеличится как доход, так и ответственность. Это поможет им заложить прочный фундамент к будущему долгосрочному богатству. Астрологи советуют делать упор на составление разумного финансового плана и подхода к управлению расходами.